Я Зуйкина Татьяна. Сегодня я выполняю задание 13-го дня. Это задание было о съемке видеофильма о своем канале. Такой фильм, видеофильм я сняла и вчера выложила в открытый доступ. Думаю, что не следует мне его перезаписывать, потому что оно именно о том, как и рекомендовал сделать Артём. Значит, это фильм о канале, для кого он, какие цели преследует. Единственное, что он не на одну-две минуты, а немножечко побольше. Но надеюсь, что вам понравится мой канал и приглашение на него. Спасибо.